Так, лучше с ободком или без? Всем привет, дорогие друзья! И я очень рада видеть вас на своем канале. Не буду долго томить, этот влог будет посвящен моему дню рождения! Вот. Даже мои родители и мой любимый братик едут из моего любимого Ижевска в не менее любимую Москву. Давайте пролетим этот день вместе со мной. Сейчас она палец себя обожгет ноготь. Да. Не поворачивай вот так. Не, ну давай я. Все, я помогу. Торт, ну что? Он еще не знает, что делать. Сейчас, вот так вот лучше. Хочу вот так. Давай. Угу. Ты снимаешь? Угу. Мы пришли сейчас с Аней в кофейню. Аня у нас оператор. Ой, там кадр, наверное, ужасный. Ну, ладненько. Да ладно, сегодня можно все, даже больше. Вот. И я заказала себе сырочки, и мне подарили такой вот кексик. Вот. Просто посмотрите на мою семью. Это папа, это мама, это Алекс, и мы все в белом. Вот такие вот мы все красивые сегодня. В честь моего дня рождения. Так, как вам мороженое, пап? Я попробую, да? Вкусно? Он сейчас Алексу отдам. Он не хочет, говорит, невкусно. Невкусно? Мы сейчас гуляем по Красной площади. Сейчас пойдем в зарядье. Все вместе. Да, на него, видимо, столики. Снимай меня. Самый высокий, как вы могли догадаться уже, а я самая маленькая. Всем привет, ребята, я уже дома, тут немного бардак, не обращайте на меня внимания, это нормально. Я сейчас собираюсь в ресторан, и у меня буквально 20 минут, поэтому, да, увидимся с вами там. I am the one star that people
Анфиса прекрасная. Павлу мы привезли. Анфиса прекрасная. У Анфисы ПП. Я даже не ожидала. Я хотела что-нибудь такое прям. Десерт. Жанелечка. И у нас тут... Ну, как сказать? Розовое наслаждение. Розовое наслаждение. Это влог будет? А? Влог будет? Это будет влог. Mm-hmm.